Привет, вы смотрите видео-версию сайта Tarantas News, и сейчас расскажу вам об отношении BMW по поводу мнения клиентов о массивных радиаторных решетках. BMW в октябре 2018 года выпустила полноразмерный кроссовер X7, который приобрел декоративную решетку радиатора с крупным хромированными вертикальными ламелями. Ее дизайн был опробован годом ранее на X7 iPerformance Concept и раскритикован журналистами и рядовыми автолюбителями за излишнюю неестественность. Но руководство BMW, скорее всего, по этому поводу не переживает. В интервью британскому изданию Автокар руководитель проекта X7 Питер Энрик сообщил, что BMW получила очень позитивные отзывы после абсолютного изменения концепции дизайна некоторых моделей авто. Он уверен, что это смелое направление дизайна является верным. Когда его спросили о том, появится ли такая радиаторная решетка на новом поколении BMW 5 серии, то Энрих подчеркнул, что у каждой машины обязан быть свой характер, определенный на начальных стадиях разработки, когда вместе собираются отделы маркетинга, дизайна и разработок. В сентябре 2018 года BMW показала концепт-кар Vision iNext, в котором отражается возможный облик будущих полноразмерных электрокроссоверов марки. Но люди негативно приняли такой дизайн, и он отвергнут. Радиаторная решетка имеет критическое значение и на электрокарах, и следующие электрокары марки iNext, i4 и iX3 будут иметь решетки разного стиля. По сообщению Энриха, компания потратила огромные деньги на то, чтобы вписать сенсоры и системы автопилота в радиаторную решетку на грядущих электромобилях. У меня пока все, еще больше новостей ищите на нашем сайте tarantas.news. Пока!